Зима никак не хочет покидать наш регион. На Ставрополье снова выпал снег. Под белым покрывалом оказались и цветы на клумбах краевой столицы. Однако переживать за них не стоит. Цвести начали только крокусы, а они устойчивы к погодным изменениям и стойко переносят заморозки. Отмечается также, что минусовые температуры не повредят тюльпанам, так как цвести они еще не начали. Виолы и маргаритки находятся в парниках. К слову, небольшое потепление нам обещают уже к выходным. В воскресенье воздух прогреется до плюс 13. Сегодня 6-я годовщина возвращения Крыма. В 2014-м жители республики на референдуме приняли решение – их будущее вместе с Россией. Это история, которая вершилась у нас на глазах. Ставропольцы, как и все россияне, в те дни были вместе с крымскими земляками. Журналисты своего ТВ работали на месте событий, достоверно рассказывали и показывали, что на самом деле происходит на полуострове. С годовщиной воссоединения крымчан поздравил губернатор Владимир Владимиров. Он отметил, что Ставрополье и Крым активно сотрудничают, и в дальнейшем эти связи будут только крепнуть. В крае выбирают площадку для строительства мусороперерабатывающего завода. Об экологических перспективах региона говорили в правительстве Ставрополья. Губернатор Владимир Владимиров встретился с корейскими и московскими бизнесменами. Если сторонам удастся заключить соглашение, в крае могут построить предприятия по переработке твердых коммунальных отходов в промышленной сфере. Это сильно сократит объемы вывозимого на полигоны мусора. Место стройки пока под вопросом, совместную работу продолжат. Ограничения в связи с коронавирусом не отразились на курортах Кавказских минеральных вод. Об этом рассказал министр туризма Ставрополя Александр Трухачев. На заседании правительства региона обсудили, как работает механизм курортного сбора. Главный вывод – эксперимент себя оправдал. В прошлом году в крае собрали примерно 200 миллионов рублей. В этом году планируют еще больше – почти 270 миллионов. На эти средства предполагается отремонтировать важные объекты – поющий фонтан и территорию у цветника в Пятигорске, северную часть курортного парка в Ессентуках и другие места. На Ставрополье теперь разводят шмелей в промышленном масштабе. Хозяйство наладили в Изобильнинском городском округе. Уже закупили 1000 семей насекомых. Полосатые будут заниматься опылением в теплицах и огородах. Это новое слово в сельском хозяйстве. Благодаря шмелям наши фермеры смогут получать больше помидоров, яблок и груш. Урожайность повысится в несколько раз, и для этого не потребуется никаких химикатов.